Такой облом был. Я его победил, а демка не отображает. Поэтому решил на камеру телефона записать, чтобы не было сомнений. Вот он я. Вот моя страница. Я его уже победил, но доказательства в виде демки предоставить не смогу, поэтому сейчас попробую еще раз. Дело в том, что я настроил второго игрока, а при воспроизведении демки рассинхрон происходит. Игрок второй не включается, нужно самому. В общем, так обрадовался. И затем расстроился, что меня демка подвела. Поэтому попробую его второй раз победить. На ходу придумал, как рейденом его можно одолеть. Своя хитрость одна есть. Про это даже не знал. Сам придумал. Так. Для прикола даже попробую на сервере опять, на партизоне, играя за двоих, чтобы попасть к нему для сражения. Если бы я знал, что такая фигня случится, сразу бы на камеру записал. Так, заново. До тех пор, пока пит 2 или сам портал не появится, буду дропать, сброс делать. О, портал, отлично, начинаем. В интернете пишут, что вниз Б тоже можно держать, вниз и блок, но на самом деле это неправдой оказалось. Притом, когда делаешь апперкот, даже если тебя апперкотом ударили, и ты в это время много раз нажимаешь вниз старт, у меня это вниз Enter, то все равно срабатывает. Сейчас по очереди друг друга подкидывать будем. Блин, не то сделал. Игрик надо было нажать. О, время истекает. Этот Дэн Форден редко выходит. 4-5 раундов даже бывает, бью, может не появиться. Ура! Появился. Ну блин, лишь бы не занервничать и не проиграть. Слишком быстро передвигается он. Кстати, этот бросок читерский в хаке потом добавили. На него даже блок не ставится. Все, попробую сейчас свою методику сразу, которую я нашел. Блин, не то. Блин, не делает. Он не делает. О, так. Так. Отлично. Давай еще. Так. Блин, боюсь его. Сейчас. Ай! Поймал, брат. Так.
Особенно если... Тьфу ты, а блин! Почти убил. Вот облом. Растерялся. Давай еще. Ага. Нет, нет, нет. Вот черт, настоящий черт. Еще раз попробую. О, портал, отлично. Твоя очередь. Подождем, пока ничья будет, чтобы следующий раунд наступил. Так еще два раунда можно сыграть. Снова не появился. Еще против смока можно, но это, конечно, не так эффективно. Можно, когда он идет на тебя, прыгнуть вверх с ногой, и он тоже гарпун начнет пускать тогда. Так же, когда и отпрыгиваешь назад. Особенно ближе к углу или в углу эффективно его ловить так. Тогда он не успеет заблокировать полет. Ты смотри, она не хочет появляться.
Так и знал, будет та же арена. Ну прям ни в какую не хочет появляться. Ура! Так радуюсь, когда это происходит. Приятно становится. Начинаешь волноваться. Постараюсь сосредоточиться. Ну давай, поехали. Иди сюда. Ага. Кажется, я понял. Еще одну фишку. О, накаркал. Давай, давай, давай. Ура! Еще один раунд и все. Ну давай. Пускай свои. Ух ты, даже так. Ах ты. Да блин, давай. Ну давай, 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 пожалуйста. Есть. Победа. Наконец-таки. Второй раз я его победил. Все.